freeze time. You're officially welcome to grab your crutches. Всем привет, салют, здравствуйте, ребят. Итак, сегодня на канале Кальянный мастер твоей мамы. Блять, господи, прости. Давайте вместе помолимся. Давайте. Давайте. Хлеб наш насущный дашь нам вниз. Хлеб наш насущий дашь нам вниз. Так вот, обзор на самый лучший в мире. Да что там в мире, хуй с ним во вселенной, уголь Кока-Турбо. Блять, Егор, Егор, блядь, твой нахуй огромный член заткнет мне рот, давай заканчивай. Сиди, блядь, там! Сегодня у нас речь пойдет о Боинга. Ну и, конечно же, генеральным спонсором нашего выпуска становится табачок Оринго! Он нам и нахуй не нужен! Как вы поняли, обзор сегодня никакого не будет. Сегодня непонятно, что происходит. Сегодня к нам приехал Егор, я очень рад тебя приветствовать. Привет, на этом убогом канале. Большое всем спасибо. Я, кстати, раз не смотрел его. Нет, он говорит правду, друзья. Мы сейчас с вами забили две чашечки. Одну по рекомендации Егора, другую по церковнослужителю Епифану. И сейчас мы это все покурим быстренько и пообщаемся. Что, Романов тоже здесь? Да. Я родился в Москве в 70-м на краю города. Мочарану ударила в голову. Я никогда не бью в косатку. Я... Бля, кстати, у меня к тебе, знаешь, какой вопрос? Почему в косатку, сука, твари неграмотные? Ну, потому что я хач, и поэтому придумал вот такую вот движуху. Егор, ты знаешь, я так волнуюсь, первый раз, как будто, блядь, знаешь, лишаешь косаточной девственности. Будет боль, может пойти кровь, но похуй. Давай, 3, 2, 1. Бля, какая мразь вообще. Так, Егор, на самом деле, я уже видел одну такую скромненькую карабуську. Рассказывай, что мы сегодня с тобой будем обсуждать. Слушай, да сегодня немного поговорим вообще про угольную тему, в частности, про угли Кока-Турбо. В целом, что я могу сказать о своей осведомленности об углях? Я нихуя не понял. У меня как бы, конечно же. Естественно. Об угле я не буду пиздеть, я знаю, что есть угли и все. На этом как бы мое познание в этой области заканчивается нахуй. Все. Да, до того момента, когда я соответственно... Женя начал общаться с компанией McHolding. Это у нас изначально все его прекрасно знают по представительству угля Панда. Так вот, я был уверен, что я хоть что-то знаю. На самом деле не знаю, нихуя не знал до этого момента. Совсем скоро у нас стартует очередной тур. Так вот, ты поедешь опять по России с этим угольчиком, да, рассказывать, да. Что вот уголь, если его разогреть, то на нем можно курить кальян. Все, на этом презентация закончилась. Ребят, я вам рассказал все, что будет в России с такой жесткой спойлер. Да, здесь смотри, какая история будет. То есть я буду рассказывать о том, как его производят. Мы должны были снимать еще видео, но это в любом случае будет. С производства. Да, примерно, это где? Вот смотрите, вот инстаграм Егора Чигридова. Я вам советую подписаться. У него есть лайв в какой-то момент. Я за его инстаграмом слежу, правда, Егор, мне нравится. Он также делает анбоксинги. У него есть момент лайфстайла, есть его путешествия. Подписывайтесь, я думаю, Егор, там-то уж точно можно будет найти эту историю. Соответственно, уголь Кока-Турбо, он делает, они сами построили свой завод в Индонезии. Все угли делаются в Индонезии. Так вот, и, соответственно, у них полный цикл производства, который включает в себя, если не ошибаюсь, 12 стадий. О них я все буду подробно рассказывать. No, God! Не сегодня. Список городов, которые я в ближайшее время буду посещать, и встретимся там на презентациях, и вы узнаете вообще, что вообще с углем происходит в Индонезии, как его делают, из чего, и что такое, блядь, пиролиз. Да всем похуй на это! Что ты можешь сказать про сезон дождей? Это все полная ведь хуйня? Я уточнял вот все эти моменты, которые самый спорные. Популярный вопрос про уголь, самый популярный. По поводу сезона дождей, он длится в Индонезии с октября по март. То есть вот этот промежуток времени, там идут дожди. С октября по март. Да. И я спросил, а вот по поводу вот этого мифа, когда идет сезон дождей, херовый ли уголь получается или что? Мне был ответ такой, что он точно такой же, просто он дольше сушится. Все. Опровергнуто. Дольше, ну, там буквально на 1-2 дня дольше идет производство его. Ничего по качеству кардинально это не влияет, опять же, ну, это, наверное, исходя из того, что завод, опять же, полного цикла. Я пока курю микс Егора, Егор пока курит мой микс. Как вообще впечатление от косатки? Это, наверное, первое интервью, на чем вообще похуй. Косатки, блядь. Слушай, ну косатка кричит громко. Кричит, да. Шкворчит, кричит, блядь. К
Кстати, ребят, этот кальян Егор просто не схуя говорит, на, Слав, тебе кальян. Молодец. Это мини-вука. Это мини-вука. Он сказал, что это стоит 4 косаря, ребят. 4 косаря, короче, Мэг-холдинг можете заказывать в прямом. И там будет промокод, который вам нихуя не даст. Промокод от Егора Чигридова, потому что вы что, охуели, кальян 4000 стоит. Какой промокод, ребят? Там, короче, ну, так быстренько. Короче, ну, вот эта вставка дерева. Хуй знает, какое дерево, может быть, там береза русская. Отчего так в России березы шумят? Короче, внутри нержа. Внутри, соответственно, нержа, и погружная трубка тоже из нержи. То есть за 4 косаря это, по-моему, вообще идеальное соотношение цена-качество. Не, я в ахуе, ребят. Я про этот кальян ничего не могу сказать. Типа, то же самое, но в миллион раз дешевле. Ну, почти то же самое. Друзья, у меня есть такая тема, что, ну, ни в коем случае нет никакого-то у меня рекламы угля, либо там какого-то обзора на угля, потому что, на мой взгляд, как бы уголь обзор, хорош. Обзор на угли, это да, это типа, это зашквар. Мне кажется, это зашквар. Уголь хорош до косячной партии. У меня есть такая, типа, мысль, ну, просто это здравый смысл. Это у всех так, и у меня в том числе. И русский в том числе. При этом Coca Turbo заявляет, что их уголь, опять же, связан с этим полным циклом, что у них будет всегда стабильное качество. Но, опять же, узнать об этом мы сейчас не сможем, только спустя какое-то время. Они готовы подписаться на такую хуйню, что, например, вот мы заказали там, у них, скажем, 300 килограмм угля, в рамках нашего занятия это нормально, и у нас, например, 150 килограмм начинает тухнуть. Они будут нам менять такой уголь? Да. Они готовы подписаться под качеством, свое честное слово. Да ну нахуй! Это заебись, если и... что, можно до них доебаться, ребят, разворачивать партии. Это охуенная тема, если производитель напрямую. Ты в данном случае вступаешь как представитель этого бренда, знаешь, я так понимаю. Амбассадор угля, это, блядь, я шахтер, блядь, походу. Почему решили на такую меру сегодня выйти? А, потому что не плачет. Также, Егор, помимо того, что нашел время, приехал к нам на выпуск, он еще приготовил какой-то ништяк, какой-то бокс. И еще, ребятки, тоже небольшой спойлер. Этот бокс получит Коля Саркози, Виталя. Кто еще у нас получит? Серега Путков. Серега Путков. Дава Дым. Кто у нас там? Антон Гайворонский. Саня Лохули. Паша Савинов. Короче, куча крутых типов с индустрии получит этот бокс. Мне повезло то, что я получаю его первым и, наверное, по ошибке. Бля, мне акушер так же говорил, ебать, бля, по ошибке, бля. То есть сейчас анбокс сразу двух блогерских хуймов. В смысле, давайте уже начнем, давай, мне уже не терпится. Внимание на эту хуйню, сила кокоса. Если, короче, не отрывать ботву, то вы пропитываетесь силой земли. Дают прохладу, влажность. И, скорее всего, силу земли. Давай, Егор, расскажи. Выглядит... Короче, да, это вот такой вот бокс. Он сделан в виде брикета угля. Ну, черная коробка. Это флэт, по мне кажется, да, уголь тогда? Слушай, да хуй знает. Угля. Мне кажется, знаешь, это вот есть там какой-то 22-й, 25-й, 31-й. Бля, ну, 59-й, хуй его знает. Главное, не 69-й, давайте уже открывать. Сила кокоса, это у нас слоган компании. О, охуенно, тут есть штуки для группы поддержки, да, вот эти вот, заебись. Так, это мы нахуй выкидываем, начнем с чего, начнем, ну, уголь у нас уже есть, вот тут еще уголек, и не знаю, Славику, может, его разыграет. Да, ребятки, я думаю, замутим какой-нибудь ненапряженный розыгрыш, просто репостик видео, я помню, как я вас заебал на прошлом розыгрыше. Да, лайтовый репостик, зашлем вам уголечка. И еще что-нибудь брошу, чашечку, хуяшечку. Короче, чекайте в Инстаграме, будет еще какой-нибудь ништяк для вас. Так, ну из чего у нас делается уголь? Из негров. И это правильный ответ, 5000. Из кокоса. Из кокосовой скорлупы. Итак, вот тебе, себе, значит, кокос. Не знаю, что с ним будешь делать, можешь... Ребят, я начинаю делать свой уголь. Ровная партия пен. Ребят, возврат не принимаю, там будет всего лишь одна пачка. Стоит 5000. Самый лучший уголь, Нет, причем 1500 это за один кубик. Да как естественно, ребят. Короче, так как у нас уголь называется Coca Turbo, то нельзя было без привязки, короче, это блок жвачки Turbo. Охуенно, там есть эти стикеры, да, там же есть вот эти вкладыши. Чуваки, это топ, это прикольно. Что это такое, бля? Это досочка тебе домашняя, короче. Для разделки мяса, телок, не знаю. Кать, нет, Катюх, не, ты ничего не слышала.
Вот такая вот досочка Кока-Турбо. Прикольно, ну, прикольно, прикольно. Соответственно, туда же в набор идут щипцы. От компании Вилочка, Вермонт. От компании Вермонт, да. Они при этом самое удивительное, что мы сейчас находимся в Нижнем Новгороде, а ребята производят это в Нижнем Новгороде. Это ехало в Челябинск, потом обратно в Нижний. Вы что, ебанутые, что ли? Соответственно, вот в таком вот кожаном чехле здесь вилочка. Это здесь стиль, чуваки. Щипцы тебе. Короче, ребят, на полном серьезе, это не пиздеж. Ровно такие же щипцы мне подарил мой подписчик, и я их проебал. Лох! Пидор! Я их проебал, а Егор отпиздил этого подписчика. Забрал у меня эти щипцы и снова подарил их мне. Егор, спасибо, это тема? На самом деле я просто собирал этот бокс практически под себя, потому что я тоже хочу эти вещи. Да, кстати, у меня тоже этот бокс будет. Опять же, Инстаграм Егора, у меня тоже будет этот бокс. Да, не знаю, мне кажется, это, кстати, мой бокс. Потому что здесь, сука, Морган. Видишь, силой кокоса Морган, да, вот бутылочка Морган. Может быть, мы ее сегодня ебнем. Так, ну и самое главное, за то, что мне... Напоминаю, время у нас 11 утра. Мы в щи! И самое то, что за что я реально, честно, горд, это Дагестан. Чуваки, это уже интересно. Короче, смотри. Читай. Сержант дымных войск Марио КМТФ Сержантинов. Охуенно. Футболочка, заебись. Это тебе, короче. Бля, футболка. Спасибо. Это теперь охуенно. Теперь история этой футболки. А, тут смотри, еще кабачки. Я все сюда, короче, внес. Коля, привет. Футболочки. Дело в том, что сама вот эта вот футболка заказывалась из Лондона. Белая основа. Реально из Лондона она ехала сюда. Ебаться сразу. Вся разрисовка ручной работы. То есть это разрисовывала девочка красками. Очень крутой дизайнер из Москвы. Вот, кстати, вот ее здесь брендинг как раз Агафонова Аня. Не знаю, вставишь, не вставишь ее в Инстаграм. Не вопрос. Очень круто. Вы в Инстаграме можете посмотреть ее работы. Это реально просто топ. И прямо на что делать на заказ. Ну, типа, конечно, конечно, да. Это можно сделать все, Аня, что привет. Вот твой... Вот, соответственно, такую футболочку. И все принты, ну, вернее, все рисунки придумал я. То есть я, так как знаю вас, это знаю, охуенно, ребят, это да, охуенно. Сектор Егор на барабане, кстати, у нас. Тем временем меня уже разъебало, блядь, с одного глоточка, блядь. Егор, знаешь тех телок, которых очень быстро снимает? Ну, типа, сбухла. Так. Это на пусы перед туром? Ну, меня просто подъебывает с маленьким количеством алкоголя. А алкоголь продолжает меня разъебывать. Я в целом вообще не понимаю, что происходит на выпуске. Мы вроде бы подарки принимаем, вроде бы про уголь рассказываем. Плюс угля в том, что, во-первых, в пачке не килограмм, а кило 100. Да, выше. Там, опять же, про плотность угля я буду, опять же, рассказывать на своих презентациях. Все это у нас прописано. От чего это зависит, почему это делают и как это делают. Че ты, блядь, несешь? Как это работает? И что я должен с этой информацией делать? Мы считали, что уголь примерно стоит 195 рублей. 195 рублей. Да, то есть mm-hmm. где-то в районе, короче, до 200, да, он чуть дороже, чем стандартная цена там на уголь. Если... Пока да. Не забывай, что мы в Нижнем Новгороде. Тоже значит? Здесь нельзя говорить плохо про так, то, что... Не говори, пожалуйста, вслух. Нам пизда! В целом, ребят, я еще раз повторяюсь, то, что продвижение какого-то угля, обзоры на какие-то угли, реклама какого-то угля – это чревато. Любой уголь измеряется такой лакмусовой бумажкой до первой косячной партии. Производитель, опять же, клянется, божится, что качество будет максимально стабильное всегда. Узнаем только, опять же, спустя какое-то время. Типа, дохуя всего привез, уже набухал меня, вот стали килечки. Заебись. Бля, был бы ты тёлкой. Может, начнем глиняные чашки с тобой делать? Глиномесами? Здесь! Блин, слушай, ну эта стезя занята Крецу. Тот еще глиномес. Блин. Нам пизда! Рома, мы с тобой в Питере увидимся. Я все объясню, блядь, Рома. Он в паре сначала начнет дуплиться, потом я на клаб-шоу. Мы с Егором провели потрясающий уикенд в Нижнем... Блядь, так, это уже... Нет, это съел. В целом, мне понравилось у Егора в номере... Большое спасибо за внимание. Огромное спасибо Егору, что приехал в ебучий Нижний Новгород.
прекрасный Нижний Новгород, уделил нам время. Спасибо за просмотр. Егор, спасибо, что принял участие в этом пиздеце. Не подписывайтесь на канал. Дальше не ставьте лайки, не ставьте колокольчики. Юра Мельников, привет. До скорых встреч. Мы пошли монтировать. Пока.